Доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересном имени. Поговорим об имени Лазарь. Вот. И вот разные формы записи. Вот мы начнем с вами, рассмотрим первую. То есть люди познают азы Лаз. То есть люди или людскими азами, или азы людского, потому что ас это еще как ребеночек в пеленочках, это еще ну, не самостоятельная, так скажем, система. Вот, а вот здесь это опора на отцовское жизненное начало, здесь на материнское, туда вот бесконечно под родовой памяти, относительно бесконечно. И вот люди. Вот здесь это как проектив мирового Айце. И вот здесь вот люди, то есть опора тоже на отцовское и материнское жизненное начало. Но здесь уже человек воплощен, он уже здесь действует на тверди, вот, то здесь, соответственно, поэтому можно по-разному. То есть люди восходят через азы или познавая азы невырожденчества. Можно так, да, то есть когда люди проявляют вот все, что в них вложено, потенциалю, под свою потенциалию, то есть реализуют те задачи, для которых они сюда воплотились, соответственно, и все инструменты, все силы для реализации этих биокодировочных задач человеку дана, они вписаны в него. То есть это и по роду, то, что все лучшее наработки рода, это и вот эта вот божественная искра, поэтому все человеку дано, все в него внутри вписано, просто вот этот потенциал, его нужно реализовать, его даже не просто реализовать, а еще и нужно приумножать здесь, как раз вот реализуя свои задачи, то есть те задачи, с которыми, для решения которых сюда призвала человека планета. И вот здесь вот человек, он как раз реализует, да, вот свою человечность, проявляет себя через познание азов невырожденчества. Это буква Ар. И здесь мы знаем, что Ар это арийцы, арийская форма жизни. И это вот Ар, да, сотники невырожденцы. И получается здесь, да, азы, вот азы словостроительства, азы сотворения коллективного духа разума. То есть здесь это уже подход. А что такое сотворение коллективного духа разума? Коллективный дух разума, вот эта буква, вот она Я. То есть здесь уже с людьми дар окрестного видения. То есть вот здесь людское, да, оно проявляется в изучении азов строительства вот этой системы. Для чего? Для того, чтобы дальше восходить. Для того, чтобы вообще все лучше, что же Лазарем, да, мужчины наработано. Для того, чтобы он это все мог обобщить и уже, да, дальше размножить. То есть задача человека нарабатывает новый опыт, приобретать какие-то новые знания, их реализовывать на твердь. И потом, соответственно, вот это все то, что лучше человеком наработано, дальше это множить, это сеять все лучше. Таким образом, это принцип восхождения. Это не только наши планеты, да, но и наши вселенные, всеосветная Русь. Да, и вот здесь как раз имя планеты, да, и ну, планета там и Киевская Русь, да, и Вселенная Всеосветная Русь. Вот, Русь. Да, вот как интересно. То есть получается вот эта вот система, да, если колыбелька, вот она. И здесь мы ее тоже видим, вот с вами, да, вот, обратите внимание. То есть Лазарь, это вот здесь уже мы видим Ла, то есть Ла можно и таким образом, если вот мы параболку поставим, то читаем люди и А глубинная Ла. То есть это уже действующая сила, здесь уже вот эта запись, она о чем нам говорит? О том, что мужчина, который носит это имя, он уже может взаимодействовать с коллективным духом разума. Мы все взаимодействуем, просто он это делает уже осознанно, он уже понимает, что он делает, какое место он занимает в коллективном духе разума. Он четко уже стал на путь выполнения своих задач, потому что пока в настоящее время еще много таких вот неоперившихся людей, не понимающих, да, из-за того, что ну, 3% разумность, да, это почти органы чувств не работают, поэтому, ну, конечно, многим сложно определяться и понимать, что же они должны делать, особенно если это касается там жизни прожито, там 20, 30, 40 лет, если прожито, там вот это больше 50-60, да, то очень сложно уже осознать, что та вот эта прожитая жизнь, она, в общем-то,
ну, может быть, недостаточно опыта принесла, или вообще человек не в той степи был, да, не те задачи его выполнял. И по-разному же бывает. Поэтому здесь вот с этим много сложностей. Но вот в данном случае человек, вот мужчина, он четко понимает, что он делает, потому что это его действующая сила, коллективный дух разума. То есть он действует интересами коллективного духа разума. Он четко понимает, да, что он человек, он искра Божья. Вот, ну, соответственно, он понимает, что он четко действует вот в этих рамках. И через «за». И вот здесь тоже очень интересно «за». То есть это уже такая буква, во-первых, это и организация грамотного такого поведенческого потенциала, его наработка и реализация, да, то есть и когда человек себя грамотно ведет, он же биогенизирует все вокруг, то есть оздоравливает. И вот здесь вот как раз эта система, при том, что здесь еще и с даром окрестного видения, буква Z и видим, да, еще дар окрестного видения, то есть вот эта система, она тоже здесь действует, то есть он в коллективном духе разуме действует через здравое поведение, через и здравым поведением он биогенизирует окружающую среду. То есть что такое биогенизация? Он может собирать вот эту примитивную небесную энергию, примитивную земную энергию, и здесь вот, да, в зоне паса солнечного сплетения он ее как бы пропускает через себя, да, человек, он оздоравливает все весь окружающий мир, еще и подсвечивает, да, становится таким мини-солнышком. То есть такую создает очень благородную территорию, и тем самым он помогает восхождению коллективного духа разума. А для чего? Для того, что вот мы и сказали, да, вот этот цикл пройти, наработки своей мозговитости, и потом дальше следующий цикл, это уже посев. То есть это уже определенный пройти виток спирали, виток жизни, да, вот если условно здесь у нас вот реку чуть, да, то уже дальше она при восходе, при повороте, она становится вот этой системой уже посевом, да, то есть для того, таким образом строить жизнь, строить реку времен, строить эту реку жизни, вот, и, конечно, мы это делаем все вместе, потому что вот эта река может быть у человека, да, вот у нас наш фактор ДНК есть, если современно говорить. И, конечно, мы, да, там семья образует уже несколько, да, факторов этих объединяются, там определенная территория, деревня, может быть, село, государство, да, вот оно все вместе, представляете? И все вместе планета свою жизнь спираль строит, все планеты, да, они объединяются, тоже спираль Солнечной системы мы все строим во главе с нашим солнышком, вот и так далее, да, все системы объединяются и вместе строят спираль восхождения галактики. То есть надо понимать, что наша спираль, вот каждого из нас, вот эта жизнеспираль, то, что человек строит, он участвует в жизнестроительстве, да, и всей Вселенной. Вселеми, Вселенной, еще раз скажу, это вся Светная Русь. Представляете? То есть, да, это сложно, да, мы как пылинка, песчинка, но это неповторимая и нужная песчинка. Вот, и которые участвуют в жизнестроительстве. Поэтому очень важно, почему-то эти органы чувствования, про ОВА часто говорю, как раз вот важно чувствовать вот эти вот реку времен, не только свою и своих ближайших, а даже многие семью-то свою не знают, не понимают. Да, ну, например, и у человека чем больше дара окрестного видения, тем больше он осознает, да, вот свое место и во Вселенной, и в галактике. Ну, это еще раз не с, конечно, с 3-процентным задействованностью мозга, да, вот этот принцип главное понимать. Поэтому вот такая вот интересная вот эта запись. Еще можно вот таким образом записать. То есть здесь это у нас коллективный дух разум, и здесь уже работа в коллективном духе и разуме через букву ксич, как а словом правомерным. То есть здесь человек, он окружающую среду биогенизирует, оздоравливает своим здравым грамотным поведением. То есть здесь уже человек, он такой выступает, можно сказать, единяющей силой, чаризменной силой, которая уже действует на нескольких ПВКС, который уже несет свет тем, кто идет за ним, то есть помогает подсвечивать, да, вот эти правила поведения, как же их вести, потому что здесь мы и заповедальность видим, немножко и каку, да, графику видим. Также здесь опора на небесное, да, то есть взаимодействие с высшими системами. И вот это такая связующность, постоянная связь. Вот, и через такую постоянную связь с ниже лежащей ступенью, с выше лежащей ступенью идет наработка коллективного духа разума. То есть это словом новоприхода вселенской речи реченьки, помогающей восходу семенем. Тот,
которой коллективным духом и разумом сотнического слова для восхода семенем. Вот кто такой Лазарь. То есть это словом светозарного восхождения. Тот, кто словом светозарного восхождения. Поэтому Лазарь как раз показывает пути восхождения. И вот это здесь в данном случае Ар, да, вот идет и слово строительство, то есть он, единяя вот ступени, а ведь в каждой ступени ниже лежащие, выше лежащие, да, он нарабатывает этот опыт, эти знания, вот, и, соответственно, вот они, видите, знания с прошлого, и еще и во временах здесь единачество идет, да, и посев, и все, вот этим посевом он осуществляет строительство коллективного духа разума, и тем самым, вот таким образом он уже действует в этой системе. И все для того, чтобы дальше восходить, то есть все обобщить вот на тверди, тверди явной и справнославной вот этой вот зоне обобщить и уже это посеять дальше, для того, чтобы это уже множилось и дальше восходило, да, потому что не должны наработки людей, на каждого из нас пропадать куда-то даром. Это все не пропадает, да, мы уже, вот кто видео посмотрел, утро, день, вечер, ночь, да, мы с вами ну, постоянно обмениваемся вот знаниями и держим отчет ночью во сне коллективному духу разума, что наработано, что сделано, что еще предстоит сделать. Получаем задачи новые, да, получаем новые знания, поддержку, да, в принятии каких-то важных ситуаций. Потому что, еще раз, любое наше принятое решение, нужно понимать, оно сказывается, оно оказывает влияние на весь коллективный дух разума. Поэтому сам жизнестрой, коллективный дух разума, он заинтересован, чтобы человеку грамотно подсказать, чтобы это принесло пользу и человеку, и самой системе, самому жизнестрою. Поэтому если человека, у него мотивы здравые, направленные на восхождение всей системы, направленные на свое восхождение, на желание сделать добро, принять активное участие в жизни строительства, конечно, эта среда, но она откликнется, но не может же быть по-другому. И он получит эту поддержку, помощь. Но вот здесь нужно учитывать, если человек как бы вот преследует лжецели, какого-то обмана, двуличности, да, вот какие-то нездравых, да, корысти, то какие не будет подсказок? Тогда, соответственно, там уже другие силы вступают в действие, и там уже в любом случае ответственность нужно будет нести за вот эти разрушающие, за зело. И каждый за это будет нести ответственность. И от этого не избежать. Да, какими-то лжеметодами еще отсрочки кто-то получает, но это же отсрочки, это ненадолго. В любом случае, как говорят, кара небесная, она настигнет. И небесного суда, высшего суда нам не, ну, не избежать кому-либо. Вот. Поэтому здесь вот такая интересное имя, интересная система очень активного жизнестроительства. Вот поэтому человек может быть вот здесь активным общественным деятелем, потому что связано с людьми, с обществом людей. Вот. Поэтому здесь может учитель, воспитатель, да вообще тот, кто имеет отношение с, может быть, управленческая даже деятельность какая-то, да, то есть имеет отношение с работу с людьми. Вот, поэтому так. Всем Лазарям большой-большой привет. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.